Всем привет! С вами опять Комаров Виталий. Вот. Я уже выкладывал видео, просил рассказать, что это, что за хрень была. Вот еще одно видео. Тоже мне друг откуда-то приволок вот эту вот штуку. Она без надписей, без всего. Вот такая вот штукенция. Она для чего, мы тоже не знаем. Вот эта вот ручка, она прокручивается, может быть, она сломана. Хотелось бы узнать, для чего эта штука такая, где ее использовали, может, тоже какая-нибудь штука банки закручивать, не знаю. Вот столько здесь шестеренок. Если за шестеренку крутишь, вращаются все вот эти шестеренки. Здесь выходит вот одна штука такая. Вот так вот она вращается. Кто скажет? Может, кто-нибудь подскажет, для чего эта штука такая? Вот она с ладонь примерно. Пишите в комментарии, что это такое. Подписывайтесь также на канал.